Хочу показать вам вот такие вот рулетики. Попробовали сделать. Значит, знаете, технология сувид. Это когда кусок мяса там или еще чего-то упаковывается в вакуум, и потом либо специально есть сувидница такая, при определенной температуре варится. И мы это делаем в мультиварке. Значит, смотрите, мясо купили самостоятельно, фарш накрутили и делаю как ролл, то есть на какую-то поверхность. Хорошенько его, знаете, как бы вот перемешали, аж вот прям вот как вот котлету сбили, чтобы был плотный, без особых вот этих вот дырочек. Вот. И на такую плоскую поверхность я выложила фарш, плоско-плоско, тоже такого отбила. И внутрь, значит, здесь корейская морковка, чернослив и грецкий орех вовнутрь. И как роллы, вот прям хоп, и завернула. Это вот такие рулетики. И вот еще надрезала рулетик с сыром и чесноком, вот этот вот. Сделали разные со вкусами, там тоже с сыром и с зеленью, и все. Знаете, попробовала и тот уже, и тот вкусно получается. Лучше, чем какая-то там колбаса магазинная. Здесь хотя бы более натуральные продукты, и ты знаешь, что ты ешь. Так что берите на заметку, классно. И не так уж и сложно. Но колбасы в нашем доме уже давно нет. Последний раз. Ой, за все время была колбаса на Новый год, и то в оливье. Хотя можно было, наверное, из сувида с кусочка мяска. Ну, как бы порезать его вместо колбасы и мяса использовать. Ну, как бы все же привыкли к такому оливье. А до Нового года 100 лет уже в обед, и после вот, ну, нет. Не пользуемся, стараемся покупать мясо и готовить вот такие вот всякие штуки самостоятельно дома. А что вы тут делаете? Блинчики пытаюсь заново научиться готовить. А то руки вот так и жрут. И все. Что, нормально все? Что? Опять целая миска. Бледная, что ли? Ну так ты чуть подольше подержи и все. Доченька, будешь блинчиком? А соли опять не хватает. Опять две вот полмахины сюда вывалили. Нет, еще прям жменечку. Сладости много, а солички не хватает. Сыночек у меня тут. Кашеварить. Чего? Кашеварить. Да. Ну что ты хочешь? После блинчиков пойду играть в баскетбол. Я за спорт. То есть видно. Пузико растет. А пузо? 84 килограмма, ничего не знаю. Растет. Там, по-моему, теперь уже пора. Нет, рано еще. Ну, как? Смотри. Покажу. Смотрю. Рано. Нормально. А ты не можешь их масличку? Нет. Жирно будет? Да, они так толстые. Мы толстые. Так какие, блин, такие и мы. Угу. Помните, у нас птичка... Ай, улетела. Гнездо вила. Только хотела заснять. С грудкой такой вот красной. Вот прилетели. Один там сидел на крыше. А эта самочка на серого цвета вот тут у нас прыгала. Значит, Женькину шерсть собрала. Пух. И полетела. Готовится. Готовится гнездовить. Друзья, блин. Пока взяла телефон, все улетели. Хотела вам заснять. В туечке, помните, у нас гнездо было? И выводок они сделали, и птенчики потом улетели. Вон она, вон, по крыше, по крыше. По крыше, по крыше. А, и улетела. Друзья, вот что значит болеть и не выходить. 3 дня в огород свой. Рассада уже поникла. Сейчас будем исправлять. Так, сегодня у меня полив с макбором помидорчиков. А огурчики я пройдусь с монокалифосфатом. Хочу показать, что практически выровнялись. Рассада здесь была получше. Здесь чуть-чуть похуже. Тут
И наши семена, и китайские разные. Здесь чисто только наши. Ну, они уже, говорю, практически выровнялись по размеру. Ну, может, чуть-чуть. Так, значит, все, пошла. Тяжеловастенько пока, но куда деваться. Помидорки у меня обрабатываются сегодня макбором. Так, все, полила. Петуньку полила. Петунька пока страшная, но, надеюсь, вырастет рассада. Да, болеть с хозяйством нельзя. Иначе все сразу в упадок. Муравьи ползают. Сейчас посыплю средством. Так, эту полила. Блин, опять забыла, как называется. Цветочек в розы в прошлом году сажала такой голубой. Ну, в общем, не помню. Забыла. Склероз. Я тут смотрю уже, блин, пора пасынки все обрывать. Тут уже по помидоров. Видите? Вовсю вон пасынки растут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да уже надо подвязывать. Ё-моё, ё-моё. Вот это да. Вот работёнку сейчас себе нашла. Вот. Подщипывала. Пасынки теперь. Нужно все подмести. И дело сделано. Мужчины мои занялись. Собачником. Ой, ну и краска. Цвет прям вписывается во всю гамму у вольера. Сейчас вот прокрасит. Антон там крышу будет делать. Да. Прям рыжий какой-то. Особенно на солнце. Так, распустился вот тут вот такой вот пиончик дикий же. Один. Ну, он такой розоватый даже. А вот этот прям, ух, шикарный. Какой шикарный. Блинзи, какой красивый. Где фокус? Вообще потрясающий. Ай, мои орхидейки целый день без света. У нас света нет с утра до вечера. Еще, слава богу, за окном светло. Целый день работает трактор. Вот вам слышно или нет, я не знаю. У соседа что-то там огребает. Вот целый день. Жу-жу-жу. Ай, садится батарейка. В телефоне зарядка. Грусть, тоска. Вот все-таки как мы привыкаем к добротной полноценной жизни. Слышно вам? Вон он ездит там, ездок. Целый день. Вот задолбал. Мой ягуарчик дорастил цветочки, и можно сказать, новое цветение у него. Дарный сорт. Только отцвел и новое выпустил. Дорастил. Цветоносик. Ну, не бабка. Детка тут у меня сидит. Скоро поедет к маме. Рауля. Леночке подарю. С группы. Главное, достану, кушаем мы тут. Я думала, он будет бутерброд делать. Я говорю, ты ложкой, что ли, будешь есть? А он? Я буду есть вилкой. Ты знаешь, я так смешно стала. Приятного. Спасибо.
Thank you.